шанс. Там, где ты. Слот Сити. Я к вам ко всем с вопросом с таким. У меня есть друг, ветеран боевых действий, кавалер Ордена Мужества, инвалид, к сожалению, не ходит. Вот. За ним, соответственно, нужен специальный уход. И вот с ноября, с середины ноября ему негде будет жить. Вот он сейчас находится в Москве, и там ему предлагают в центр, как это правильно называется, я не знаю, ну типа там, где старики доживают и все прочее. Я думаю, вы понимаете, о чем речь, и мне бы не хотелось, чтобы мой друг попал в это место, и я сейчас просто не знаю, или будем снимать квартиру, оплачивать сиделку, или еще что-то. Ну, короче. Его цель достигнута. К большому сожалению, вот мой товарищ, он такой не один. Я сегодня вот разговаривал, много ребят, у кого ну, нету никого, семей никого. И вот их дальнейшая судьба, куда они потом попадают. У нас есть всякие организации, типа фондов защитников Отечества. Но нету мест, где собирают ветеранов боевых действий, кому негде жить. Ну, я не знаю, короче, как-то. И у меня, ну, честно, сердце вот разрывается. Я сегодня просто вот историю слушал. Парень там на мини подорвался, ногу потерял, глаз потерял. Молодой пацан, 20 лет всего. Мама умерла у него на стрессах, и у него ослеп второй глаз. Вообще не видит ничего, говорит, темнота полнейшая. Представьте, вот 20 лет пацану. Его жизнь оказалась значимой, с результатом прожитой. Причем с таким, к которому стремился. Посмотрите, пацаны вернулись. Без ног, без ступней. Воровская власть. Даже медали украли, скопировали. Железного креста Третьего рейха. Товарищи бойцы, вы как настоящие мужчины, настоящие воины, как настоящие продолжатели славных боевых традиций наших дедов и отцов, государства российского во все времена не подкачали, задачу выполнили, поставленную задачу выполнили на все 100%, отдали долг сполна. Отдали долг сполна, говорит генерал-полковник Фомин, пацанам, которые потеряли в Украине ноги и ступни. За что вам, конечно же, честь и хвала. Вы рисковали самым драгоценным, что есть у человека, это жизнь и здоровье, но никто из вас не дрогнул. Правильно говорит генерал, вы рисковали. Он, сидя в тылу, ничем не рисковал. Еще раз говорю, честь и хвала. Гробовое молчание. Я такой гробовой тишины никогда на награждениях даже не слышал. Посмотрите на лица пацанов, которые потеряли ноги. Не подкачали, задачу выполнили, поставленную задачу выполнили на все 100%. Отдали долг сполна, за что вам, конечно же, честь и хвала. Все наши планы реализуются, причем даже лучшими темпами, чем мы с вами ожидали. Многим, но далеко не всем известно о том, что в конце 40-х годов 20 века к 70-летнему юбилею Сталина по его приказу было решено очистить города СССР от безногих, безруких инвалидов Великой Отечественной войны. Многие инвалиды занимались попрошайничеством, выпивали, шумели, нагло требовали от власти внимания, помощи, словом, вели себя некрасиво, портили начальству, проезжающему по улицам, настроение, да просто надоели. И в одно прекрасное утро инвалидов не стало, их насильственно выселили на Валаам и другие такого же рода места, где они вынуждены были и жить, и умирать не по-людски, а по-скотски. От большинства ничего не осталось. Нет могил, нет и людей. Давайте вспомним ужасающие цифры последствий так называемой Великой Отечественной войны. Вернулись домой с разбитыми черепами 775 тысяч фронтовиков, одноглазых 155 тысяч, слепых 54 тысячи. С изуродованными лицами 501 тысяча, кривыми шеями 157 тысяч, поврежденными хребтами 143 тысячи, с оторванными половыми органами 28 тысяч, одноруких 3 миллиона, безруких
110 тысяч. Одноногих – 3 255 тысяч. Безногих – 1 121 тысяча. С частично оторванными руками и ногами – почти 419 тысяч. Безруких и безногих – 851 тысяча. Значительная часть этих инвалидов и были насильственно депортированы в места наподобие острова Валаам. Это самые тяжелые времена в истории Валаама. То, что не дограбили первые комиссары в сороковых, осквернили и разрушили позже. На острове творились страшные вещи. В 1952-м со всей страны туда свезли убогих и коллег и оставили умирать. Некоторые художники-нонконформисты сделали себе карьеру, рисуя в кельях человеческие обрубки. Дом-интернат для инвалидов и престарелых стал чем-то вроде социального лепризория. Там, как и на Соловках времен ГУЛАГа, содержались в заточении неугодные обществу элементы. Ссылали не всех поголовно безруких и безногих, а тех, кто побирался, просил милостыню, не имел жилья. Их были сотни тысяч, потерявших семьи, жилье, никому не нужные, без денег, зато увешанные наградами. У них отбирали паспорта и солдатские книжки, фактически их переводили в статус преступников, заключенных под стражу. Да и сами интернаты были в ведомстве МВД. Суть этих интернатов была в том, чтобы тихо спроводить инвалидов на тот свет как можно быстрее. Даже то скудное содержание, которое выделялось инвалидам, разворовывалось практически полностью. Сейчас, перед празднованием Победы, во многих городах собираются поставить памятники Сталину. Но то, что он сделал с инвалидами, героями войны, о чем мы не имеем права забывать, и есть самый выразительный памятник товарищу Сталину. Праздник Победы – подлинно великий праздник для всего человечества. Никто никогда не забудет, как концлагеря, еврейское гетто освобождали бойцы так называемой антигитлеровской коалиции. Но это праздник не только победоносных сражений, это и праздник правды о войне. Какой бы она порой ни была тяжелой и горькой, только зная всю правду о войне, мы сможем не допустить подобного в настоящем и будущем. Москва на протяжении нескольких лет предупреждала, что обстановка на Ближнем Востоке грозит настоящим взрывом. Об этом заявил российский постпред Небензя на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН. Небензя подчеркнул, что Россия не поддержит американский проект резолюции по сектору Газа, потому что в нем нет пункта о прекращении огня, что логично. Небензя напомнил, что Россия подготовила свой проект, который призывает к немедленному перемирию, а также отмене требований Тель-Авива для жителей палестинского анклава переместиться на юг. Предполагает организовать гуманитарные коридоры и паузы.